Привет, дорогие бенедиктовцы! Сегодня мы повышаем нашу музыкальную квалификацию, играем пьесу для начинающих Александра Иванова-Крамского. Это наш 9-й урок для начинающих. Эта композиция соответствует 1-му классу музыкальной школы. Темп модерата – это примерно 96 ударов в минуту. С такой скоростью первоклашки должны играть эту композицию. Если вы обратили внимание, я сыграл чуток быстрее, потому что мне скучно. Эту композицию я играю на шикарном испанском инструменте фирмы Kemps. Подробный обзор этой гитарки смотри в нашем видео. Итак, кто шарит, смотрит в ноты, кто не шарит, смотрит в табулатуру. Разбираем ее пошагово, по тактам. Первый такт. Второй палец, второй лад, третья струна, нота ля. Первый палец, первый лад, вторая струна, нота до. Обратите внимание на перебор правой рукой. Первая часть практически вся играется таким способом. Вместе с басом, который мы играем пальцем П, мы играем первую струну пальцем А. Затем мы играем пальцем М вторую струну и пальцем И третью струну. Первый и второй такт совершенно одинаковые. В третьем такте мы ставим первый палец на первый лад первой струны, нота Фа. Правая рука играет точно так же А, М, И. Отпускаем первый палец, открытая первая струна. И вторая струна нота Ре пальцем И. Здесь мы прижимаем третий лад третьим пальцем, вторая струна. И четвертый такт, снова первый такт. Пятый такт похож на первый такт, но последняя нота отличается. Вместо ноты ля мы играем ноту Си. Первая открытая струна, затем мы играем ноту До на второй струне и отпускаем ее, играя ноту Си. Следующий такт, снова аппликатура та же самая, ставим ля до, но играем обратный перебор первому такту. Одновременно играется пятая и третья струна, потом вторая и первая. Следующий такт идентичен третьему такту. Фа, ми, ре. И заканчиваем обрезанным первым тактом. Ми, до. Первые 8 тактов вы уже осилили. Идем дальше. Здесь можно сыграть уже тремя пальцами П и М. Четвертая и вторая струна открыты. Затем нота до, первый лад, вторая струна. Ре, третий лад, вторая струна. Далее смотрите, берем аккорд ля минор, АМ. Играем четвертую струну и вторую. Отпускаем нота Си, открытая вторая. И нота ля, второй лад, третья струна. Далее. Соль диез, первым пальцем, первый лад, третья струна, вместе с шестой. Затем ля, второй лад, третья струна. И вторая открытая. Далее мы ставим нашу аппликатуру из первого такта. До, ля. Вторая и третья струна. Повторяется три такта. И заканчиваем первую часть нотами ля. Пятая струна открытая в басу и третья струна, второй лад. А теперь давайте вместе со мной очень медленно первую часть. Вторая часть состоит из 16 тактов. Первые 8 тактов имеют свою специфику, вы в этом убедитесь. Мы ставим третий лад, четвертая струна, третий палец, нота Фа. Второй лад, третья струна, нота Ля, вторым пальцем. И первый лад, вторая струна, нота До, первым пальцем. Смотрите, стоит три пальца. И сейчас, в следующие 8 тактов, мы третий и второй палец не убираем. Играем четвертая, третья, вторая. Повторяется четвертая, третья, вторая. Отпускаем первый палец, играем вместе четвертая и вторая. Фа си. Затем ставим ноту до на место первый палец. И четвертым пальцем прижимаем ноту ре, третий лад, вторая струна. Отпускаем, снова вторая струна, до,
Третья струна. Ля. До. Далее переходим на первую струну. Напоминаю, второй и третий палец мы держим, не отпускаем. Ставим ноту фа первым пальцем. Играем с четвертой струной. Открытая первая. Ре. Третий лад. Вторая струна. Далее до ля до. Четвертая струна вместе со второй. Первый лад прижимает. Третья струна. Второй лад ля. И снова до. Далее повторяется фраза. Открытая вторая струна вместе с четвертой струной. Си. Первый палец до. Четвертый палец ре. И снова играем до. И третью струну ля. И теперь очень медленно со мной эти 8 тактов. Маленький нюанс от Бенедикта. Автор рекомендовал играть следующий такт, прижимая пальцы 3 и 2. Я рекомендую прижимать 2 и 1. Сейчас поймете почему. Итак, второй палец мы ставим ноту ля диез или си бемоль на третьем ладу третьей струны. Первый палец мы ставим на до диезе, вторая струна, второй лад. Играем П и М. Третья, вторая, первая струна. Далее мы съезжаем этими пальцами на один лад вниз, вниз, вниз. Прижимается нота ля вторым пальцем, второй лад, третья струна. Прижимается нота до первым пальцем, вторая струна. И этим же первым пальцем мы прижимаем первый лад, первую струну, ноту фа, малая баре. Когда одним пальцем мы прижимаем несколько струн. В данном случае это первая и вторая. И играется ля, до, фа. Смотрим дальше. Следующий такт. Мы отпускаем второй палец, а первым пальцем мы аккуратненько перескакиваем на ноту соль диез, первый лад, третья струна. И играем соль диез, си, ми. Вторая, первая струна открыты. И возвращаемся в нашу аппликатуру первого такта этой композиции. Ля, до, ми. Медленно со мной. И остается 4 такта, очень кайфовых. Смотрите, четвертым пальцем мы прижимаем ноту соль на первой струне. Вместе с четвертой струной открытой басом мы играем. Опять возвращаемся к нашей аппликатуре, когда используются все 4 пальца, П и М. А. Играем первую и четвертую струну. Далее переходим первым пальцем на ноту фа, первая струна, первый лад. Отпускаем, открытая струна. Смотрите на правую руку. Далее эти же лады, 3, 1, 0, мы прижимаем на второй струне. Добавляем еще на четвертой струне бас фа, третьим пальцем. Вместе с четвертой струной вторую струну. Затем первый лад, вторая струна, нота до. И открытая вторая струна. Следующий такт. Прижимаем первым пальцем ре диез, четвертая струна, первый лад. Нота до вторым пальцем, первый лад, вторая струна. Играем в четвертую вторую струну. Отпускаем, нота си. Вторая открытая. Нота ля, второй лад, третья струна. И последний такт. Это ми, второй лад, четвертая струна. Соль диез, первый лад, третья струна. Играется одновременно. И последняя нота. Это нота си, открытая вторая струна. Вторая часть медленно со мной. Снова играем первую часть полностью. Шучу. Этот и другие инструменты можно купить в магазине «Маяк», где живет музыка. Промокод на приятную фишечку смотри в видео с обзором этой гитарки. Осваивая этот уровень, переходи на следующий и играй как Бенедикт. Стой, 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 не выключай! Играй как Бенедикт, носи усы как Бенедикт.
ставь лайк, подпишись на канал.